Жители Петербурга в 11-й раз выбирали спорт. Экспофорум собрал на своих площадях стенды 30 спортивных федераций и 59 образовательных учреждений. Выбирая здоровый образ жизни, надо определиться и с видом спорта. Участникам ежегодной акции «Выбираю спорт» представилась отличная возможность. На масштабном празднике работало 80 площадок. Зрители увидели сотни показательных выступлений. Школьники могли попробовать себя в разных видах и подобрать секцию по душе. Вариантов, что самое важное, бесплатных. На любой вкус – от шахмат до исторического фехтования. Санкт-Петербург называют культурной столицей, северной столицей, футбольной, балетной. Но вы видите, что спорт в Санкт-Петербурге находится на самом высоком уровне. Поэтому Петербург и спортивная столица. За практическую сторону вопроса, то есть организацию и создание условий для занятий спортом рядом с домом, отвечают районные администрации. И на выставке каждый район показывает свои сильные стороны. В Калининском идет набор в секциях тяжелой атлетики, бадминтона и многих других. Я считаю, каждый ребенок, не только у нас в городе, но и в стране, обязательно должен пройти эту школу жизни спортивную. Самые спортивные районы города получили награды. Тройку лидеров закрыл Адмиралтейский район, серебро досталось Пушкинскому, а равнение держать стоит на Московский. Туда отправилась золотая медаль.